Ну что ж, друзья, всех приветствую на канале Валерий Хаус. И мы продолжаем проходить InSpace 2980. Вот, космический скролл-шутер. Извиняюсь, что на прошлой неделе у нас не было видоса по этой игре. Были более срочные дела. Вот. Ну, в этом видосе мы должны... В этой серии обязаны пройти еще 3 миссии. Вот. У нас 23084 очка. Давайте их попробуем потратить. Так, апгрейд корабля. Итак, что мы можем. Что мы будем прокачивать на этот раз? Запас энергии. У нас энергия, да, быстро кончалась, по-моему. Мощность пушек нужна 36 тысяч вообще. Так, ладно. Восстановление щита 8 тысяч. Так, энергия 9. Давайте вас... Корпус. Ладно, давайте восстановление щита... Поставим. И поставим скорость восстановления энергии, запас энергии. Давайте скорость восстановления энергии. Ну, в принципе, все, да? Все, больше мы ничего не можем. Окей. В смысле? Готово, не нажал. Так, скины. Что у нас со скинами? У нас скинов не открылось? Нет. Ну, давайте выбор миссии. Месть Слейна. Пират Слейн решил отомстить. Он собрал все свои оставшиеся силы для нанесения удара. Задача разобраться со Слейном. Чувствую, у нас здесь будет босяра. Очередной жесткий босяра. Так. Что мы выберем из пушек? Давайте выберем для начала такую. Так, энергетическую волну. Она самая прикольная. И, наверное, может, неуязвимость. Давайте Вот, мы и встретились снова. Думал, что можно вот так просто перейти мне дорогу и остаться безнаказанным. Я не знаю, кто ты, откуда явиля? Откуда явился, наверное. Но сейчас это не важно. Я уничтожу тебя, а потом призрак выполнит свой долг и наведет порядок в галактике. Так значит, ты теперь с призраком? Пойми, он хочет развязать войну, в которой мы все понесем тяжелое... Что-то тяжелое мы там понесем. Да ты такой же поехавший, как и призрак. Но сейчас я выбью из себя всю эту дурь. Давайте попробуем немножко с хорошей стороны. Это лишь побочный эффект. Вы боитесь перемен и сопротивляетесь им. Но в этом нет смысла. Рано или поздно хаос сменится порядком. И все жертвы не будут напрасны. Да ты такой же поехавший, как и призрак. А, ну, понятно. Все к этому и ведет. Погнали. Так, что-то я никого не вижу. О-о-о-о, понеслось. Атакуют. В принципе, как нам говорится, оставшиеся, да? О, смотрите. Это типа наша база, да? Где мы укрываемся. На заднем плане. О-о-о-о-о-о-о. Так. В принципе, как нам говорилось, он собрал оставшиеся силы, так что, по идее, много их не должно быть. Блин, вот это сзади вот штуковина, типа наша база это или не наша база,
она как-то отвлекает. Я думаю, что это какой-то вражеский корабль, короче. И пытаюсь по нему попасть. Так, мины. Ну-ну-ну, взрывайся. Воу-воу-воу. Так, мины не трогаем. Ай! Низкий уровень заряда щита. Воу-воу, критическое попадание, черт. Так, 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 вот до сюда, здесь мы взорвались. Ай, критическое попадание опять. Повреждения критические. Жесть, короче. Жесть, жесть. Так, сделаем так. Очистим себе немножко дорожку. О-о-о-о, жизнь, жизни. Есть, отлично. Блин, вот эти вот лазеры, они какие-то жестокие. Оп. Ну где там босс? Я уже хочу с ним разобраться. И улететь отсюда. Далеко и надолго. Так. Ай, попало все-таки. Осколок мины по мне. Блин, турели. Дурели эти, дурели. Ай-яй-яй. Жесть. Так, пролетели. Ну, мина, взрывайся, ну! Так. Неужели такой долгий уровень? И нам еще в конце надо будет сражаться. Это будет жестко. Причем, если я погибну... Так, оп, лазер, отлично. Причем, если я погибну, это все по новой проходить, это будет жестоко. Просто жестоко. Так что надо держаться, надо держаться. Мины, мины. О, турели, турели, жесть. О, а вот и босяра. Так. О, жесть. Что происходит? 42%. Это получается, вот этот он слейн прилетел. Так, неуязвимость немножко. Щит, отлично. 5%. Окей, окей. Есть. Отлично. Мы это сделали. В принципе, босяра не такой сложный. По сравнению с предыдущими. Отличная работа. Можно возвращаться на базу. Дополнительная награда. Сколько? 11 тысяч. Мне сначала показалось 110 тысяч. Я аж офигел. Ладно, полетели в убежище. Итак, следующая миссия у нас бойцы Кайбер Тэч. Так, очки пока не будем тратить, наверное, я думаю. Поднакопим немножко. Увеличим там, не знаю, может, мощность пушек или корпус. Вот, там разберемся. Но пока покопим. Итак, бойцы Кайбер Тэч. Корпорация Кайбер Тэч разгневана уничтожением станции. Десятки их бойцов готовятся атаковать. Задача разобраться с силами Кайбер Тэч. Все враги наши собирают свои остатки этих солдат и пытаются напасть. Слейн уже позади, остались бойцы Кайбер Тэча. Думаю, дальше будем после этого Кайбер Тэча будем подбираться ближе к призраку, к основной нашей цели. Давайте, поехали. Так, оставим, наверное, так же. Все так же оставим, как и в предыдущей миссии. А там будем дальше смотреть. На связи автоматизированный командир боевого звена LNX-CNTS-7. Сопротивление бессмысленно. Приказываю прекратить боевые действия. Может, объяснишь, зачем вы атакуете убежище? Да как бы не так, тупая железяка. Да, пускай объяснится. Это заложено в нашей программе. Мне известны причины
есть лишь поставленная задача, которую необходимо выполнить любой ценой. Повторяю приказ. Прекратите боевые действия и сдавайтесь. Погнали. Тупая железяка. Сейчас мы с тобой разберемся. В этом уровне, предполагаю, тоже будет Бассера. Насколько он сложный, я не знаю. Да, на заднем плане все наше убежище. Вот. Все пытаются его атаковать. Здорово мы, короче, насолили своим врагам. Все без остановки пытаются нас уничтожить. Воу-воу-воу. Так, я одну турель пропустил. Ну ладно. Задание у нас не в этом. В принципе. Так. Пока все гладенько. Все отличненько. Блин, надо было, наверное, лазер взять. Он как-то поприкольней. А, вообще пушку тупую взял. Ну ладно. О, ракеты. Отлично. Во-во-во. Это мне больше нравится. Так. Блин, столько всего происходит на экране. Я даже не могу... Не успеваю уследить за... Снарядами противников. Так. У нас здесь мины опять. Отлично, щит. Ну вот так вот весь уровень бы шел, было бы отлично. Взрывайся давай, ну. О, отлично. Так, 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 так. Пока все гладенько, чётенько. А, блин. Сглазил. Сглазил называется. Так, подходим к концу. Сейчас должен быть Бассера. Ну, отлично, Бассера. За рулем, наверное... А, это не Бассера? Ха, прикольно. Я думал, вот этот космический аппарат, это босс. Зафиксировано критические попадания, да, почему? Так, один остался. Тут порой вообще непонятно. Летишь-летишь такой, раз у тебя просто... Все жизни разом снимаются. Непонятно. Умираешь сразу, мгновенно. Давайте так. Блин, 21%. Давай, добьем его. Ну. Пожалуйста. Пока дополнительных врагов нет. Отлично, отлично, мы это сделали. Есть. Миссия все-таки была сложноватая. Я опять я ошибался. Вот. Так, отличная работа. Можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 12 тысяч очков. Идем в убежище. Главный управляющий компьютер на связи, передаю сообщение от Sony. Извини, что не дождалась тебя, времени слишком мало. Один мой старый знакомый сообщил, что вышел на след призрака. Он назначил мне встречу неподалеку. Оставляю координаты на случай, если я еще не вернулась. Так, сказал же ей, чтобы ничего не предпринимала. Да-да-да, мы же говорили. Но это женщины. Они вечно делают все по-своему. Так... И у нас следующее задание — найти Соню. Найти Соню. И так, у нас 51 тысяча. 51 тысяча, почти 52 тысячи очков. Что, будем тратить или... Или мы... Так. Давайте-ка... Потратим, да, посмотрим, что мы можем сделать. Хотели апгрейдить мощность пушек. Давайте сделаем это. Мощность пушек. Так, скорострельность уже никак. У нас 15 тысяч осталось запас энергии. Можно... И корпус. Корпус, корпус. А, на корпус нам тоже не хватает. Ну ладно.
Ну ладно. Ладно, оставим эти 15 тысяч. В следующий раз сделаем мощность корпуса и регенерацию корпуса. Мощность пушек апгрейдили. Так, давайте посмотрим, у нас есть... О, Джокер появился у нас. Скин Джокер. Увеличен шанс выпадения артефакта скорости. Не, не пойдет. Оставим. Оставим, который у нас есть. Он более интересный. Так, найти Соню. Соня отправилась на встречу со своим информатором и до сих пор не вернулась. Нужно попытаться найти ее. Задача минус. Задача уйти в минус. Так, по стандарту. По стандарту, а там будем уже смотреть. Сканирую систему. Результат сканирования. Множественные вражеские корабли, вероятно, бойцы призрака. Другие корабли не обнаружены. Предложение. Истребители оборудованы навигационными блоками. Если собрать несколько неповрежденных блоков, то я смогу определить место, откуда они приходят. Возможно, это поможет отыскать Соню. Отличный план, мне нравится. Собирать какие-то модули. Собрано блоков. А, вот такие вот штуки, да, надо собирать, короче. Понятно, новые у нас враги, смотрите, появились. Так, 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 блоки собираем, собираем. 20 штук надо собрать блоков. Не знаю, как это получится, легко или нет. Блин, какой живучий гад, а? Так, кстати, вы заметили, смотрите, какая пушка-то у нас разноцветная стала. Так, блоки-то не выпадают. О, о, выпали, выпали, выпали. Отлично. Блин, а вот эта штука опасная. Стреляет-то вообще по кругу, по всему. Ай, 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 ай. Сколько, сколько, сколько снарядов-то. О. Немножко пронесло. Нифига не пронесло. Короче, жесть, жесть. Куча мин, куча всего. Вообще непонятно, как здесь проходить. Жесть. Так. Еще половину собрали. Половину собрали. Еще чуть-чуть. 6 блоков надо. О, чувачок прилетел. Какой-то у нас тут мощный был. Был да сплыл. Отлично. Еще 5. Почти. Блин. Почти мы это сделали, но у нас еще полпути только пройдено. Чего нас ожидает остальное, на остальном пути? Так. Ну, такие штуки, это нормально. Воу-воу-воу-воу, не умирают. Смотрите. Так, мины, мины. Здесь уже деваться некуда, пришлось принять на себя осколок от мины. Отлично, есть. Все 20 блоков собраны. Блин, вот это жесть, конечно. Вот эти турели новые. Если их будет постоянно так много, блин, будет сложновато. Еще и мины. О. Ну, пока все гладенько, четенько. Нам осталось дойти только до конца. У нас блоки собраны. О, сколько красного. Пипец. Да, щит у нас... Щит у нас подвергся антиапгрейду, можно так выразиться. Подняли красный артефакт. Это не есть хорошо. Так, чуть-чуть осталось.
почти прошли. Надеюсь, никаких здесь босяр не будет. Надеюсь, нам только остается дойти до конца. Блин, такое ощущение, как будто шкала стоит на месте просто. Ай-яй-яй. Жесть. Вот так. Делаем так. Еще вот так. Воу-воу-воу. Фак. Да, конец этой миссии длится просто вечно. Вот эта шкала, она просто не заполняется до конца. Хо. Отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 13 тысяч очков. Было просто обидно, обидно. Мы почти до конца дошли и нас убили. Ну что, идем в убежище. Выполняю анализ навигационных блоков. Статус: успех, координаты получены. Я установил местонахождение базы призрака. Отлично, надеюсь, Соня находится там же. Ну что ж, друзья, нам по большому счету осталось пройти две миссии. И эти финальные две миссии будут уже в следующей серии. Вот. На этом я эту серию заканчиваю. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании под видео. Всем комментариям буду рад. Подпискам тоже, лайкам тоже. Вот. И со всеми прощаюсь, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.